Здравствуйте. Нам часто обращаются владельцы автомобилей Lanos и Sens для того, чтобы перепрошить свой автомобиль. То есть каждый клиент делает это по разным причинам. Некоторых не устраивает динамика автомобиля, некоторых расход. То есть у некоторых там вообще проблемы изначально, ну как с новым автомобилем были, ну в частности там с заводской прошивкой. Вот, к примеру, если перепрошивать там Lanos, после перепрошивки автомобиля динамика автомобиля улучшается, особенно на низких оборотах. Там, например, при движении в гору уже не нужно будет переключаться на более нижнюю передачу. Если что касательно расхода, там расход падает с 10 литров там, до 8,5 примерно. Ну, литра на полтора падает. Вот. Если, к примеру, есть такие проблемы, как, ну, как заводская прошивка автомобиля, в частности, это на сенсах там, с Микосом 7.6, то есть у них на холостых оборотах, ну, обороты плавают, то есть дергатня на первой-второй передаче. Чиптюнинг тоже эти проблемы решает. Поэтому, если у вас есть какие-то из этих проблем, или вы, либо же вы просто хотите улучшить динамику своего автомобиля, или снизить расход, обращайтесь, мы с радостью вам поможем. До свидания.